Я схватил весну за ее галстук цветной и говорю, вот так вот прямо лицом к лицу, и говорю: хватит творить с нами свою эту теплую херню, прекрати эту кап-кап-капель, прекрати эти кораблики порочью. Я хочу, чтобы белая победила, чтобы снежная победила, чтобы снежная восторжествовала. И ладно, говорю я, так уж и быть, я не Василий Теркин, и поэтому согласен на ничью. Но ты, говорю, по-прежнему и у носа ее держа, не оставляешь семье никакого выхода, шанса, и меня лишаешь азартного куража. Ну какого это черта здесь все решено? Че, спрашиваю, стало лучше? Оттаяли трупы, целлофановые пакетики, все это собачье дерьмо. Чем, спрашиваю, лучше-то стало? Было белым-бело, стало алло. Только отвернись от тебя, и ты тут же все в яркое изморало. Херак, и вот она, весна. Не ждали, она настала. Так что кричу ей, получи от меня как следует, на, и бью по ее наглой физиономии в область правого подснежника. Несколько мгновений стояла тишина. И тут такое началось, что не в сказке, как говорится, не топором. Скажу только, что мы с зимой до последнего стояли на своем. А потом, применив запрещенный прием под названием 31-я весна, она окончательно наступила, расколола лед на реке лапой небесного слона. Но почему-то стало легко и интересно. Знаешь, как после долгого сна. Когда солнце просовывает пятку в носок твоего окна, разбивает тарелки, кружки, аквариум с рыбками опрокидывает со стола, и ты так причмокивая констатируешь: это весна, мать ее! Весна.